сестры Инга и Ануш Аршакян. Дуэт, представляющий армянскую этническую музыку в оригинальной новой обработке. Они родились в Ереване. Образование получили в музыкальной школе, далее в музыкальном училище и на отделении джаз-вокала Ереванской консерватории имени Комитаса. Таким образом, к их природному таланту присоединились также профессиональные знания. Кроме ярких вокальных данных, певицы блестяще владеют музыкальными инструментами. Ануш – фортепиано, Инга – скрипкой. Свою музыкальную карьеру сестры начали с обработки народных мелодий и их оригинального исполнения, что на рынке шоу-бизнеса в Армении на тот момент было, безусловно, неординарным и смелым шагом. Исполняя народные песни, Инга и Ануш восстанавливали уже почти забытые фольк-мотивы и благодаря рок- и джазовым аранжировкам давали им новое дыхание. На профессиональной сцене дуэт сестер представлен с 2000 года. С неизменным успехом они выступали на известных концертных площадках в США и России, в Тегеране, Лондоне, Париже. Сестры не раз участвовали в различных фестивалях песни. В их активе первые места в престижных конкурсах и призы зрительских симпатий, а также несколько высоких правительственных наград. В 2003-м вышел в свет их первый диск, в 2006-м – второй. Сейчас уже готов к выходу в свет третий альбом. По мнению специалистов, профессионализм и качество исполнения дуэта растут с каждой новой работой.